Получается, автобус, ну, выворачивал тоже, резко повернул, получается, габаритов не соблюдая, ну, хотел, как, я не знаю, подрезать или как, или успеть вперед. Он услышал, что уже он стукнул машину, то есть он сначала задел зеркало, и он дальше даже быстрее начал ехать, протянул, получается, вот, водитель ему посигналил, чтобы он остановился, так бы он вообще, наверное, и дальше поехал, как так и надо, вот. Он, получается, посигналил, водитель вышел, ну, постучал ему по автобусу, тот сначала не хотел выходить, потом вышел, хамски себя повел, наорал на водителя машины. Наорал это самое что-то, ну, я не слышала, он что-то невнятно там наорал, сел в автобус, хлопнул дверью и уехал. А вы номера записали? Да, номера автобуса записали. АН-1567АР. Что это за маршрутка? Это маршрутка, да? Нет, это заводской, видимо, автобус, ну, большой, я не знаю, Карус или что. Пассажирами, да? Да, да. Ну, он тут как раз на остановке подбирал людей. О том, что на пересечении Нахимова и Лунина произошло ДТП между автомобилем ВАЗ-2109 и автобусом, который скрылся с места ДТП. Приехали на место. Сейчас составляем схему. Берем пояснение участников ДТП. Ну, автобус, который скрылся с места ДТП, найден другим нарядом. Сейчас в дальнейшем поедем туда для оформления протокола.